Я думаю, так будет достаточно. Соседушка? Что он делает? Да блин, как нормальная дверь. Нет, в окно лезь! Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня мы будем играть в релизную версию игры Hello, Neighborhood. Go! Вот такой у нас пиздюк. Выглядит он как Буратино, серьезно. По-моему, наш сосед сейчас жену избивает. Или соседа. Это точно. Это он сейчас... Он нас заметил? Его, то есть. Нас, его, не знаю, похер. Мальчик, какого хера? Она жива еще. Да выпусти ты. Или может она какая-то зомби? Ух ты ж под... Беги, 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 беги! Какого? И нас тоже запер? Ключ. Вообще, если я врубил газонокосилку, он должен, наверное, купиться и... А, он спит. Так намного лучше. Могу я присесть? Могу. Аккуратно, аккуратно. Потихоньку, потихоньку. Вот эта дверка, которая нам нужна. Она закрыта. Что здесь есть? Мы так достаточно маленький человечек, блин, все равно ни хрена не видно. Он ложил ключ, судя по заставке, где-то на столике. Можно ли здесь открывать медленно дверь? Ну, это он ходит, я не понимаю. Это он ходит, 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 ходит. Причем эта игра... Подождите, я сделаю немножечко потише, чтобы игра меня не... Да, звук тут не поменять. Ладно, потом что-нибудь решу. А хотя подождите, у меня же есть волшебные кнопочки на клавиатуре. Вот так. Я думаю, так будет достаточно. Соседушка? Что он делает? Да блин, как нормальная дверь. Нет, в окно лезь! Поймал меня. И мы начинаем сначала. Теперь, походу... Подожди, газонокосилка поехала. А у нас что, вышвыривает, что ли? Дверь открывается. Он зарядкой занимается, все нормально. Где-то здесь должны быть ключи. Ключей нет, ключей нет. Ключи, 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 ключи. Что, горшок? Я сейчас носу ему в горшок. Где ты ключ... Ключ прячешь-то? Ладно. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Мало спишь. Выспись. Ты меня не увидишь. Я предмет интерьера на твоей кухне. Необычно. Это у него как бы ножка отломалась, и он прицепил ножку на роликах. Чего? А почему картины-то попадали? Тут не пугай. Я не видел даже яблок. Ты чё на меня прёшь-то? Я на улице. Чё? Ты чё, в меня молоком швыряешь? Фу, как некультурно, а? Я вот сюда... Я думал, что пробегу. What the fuck? Что за хрень? Как я здесь оказался? Да вы чё? Что происходит?
авария, там, возможно, кто-то пострадал. Жена, ребенок, отец, мать. Не, слишком белая комната, я туда не пойду. Мне, пожалуйста, потемнее. Вот этот вот угол, например. Здесь безопаснее. Ладно, буду как-то пытаться. Ну, вон, смотрите, можно как-то на авто... Вау, а как он? Чувак, как ты это делаешь, а? Я тоже хочу. Опачка. Ай. Эй, мужик. Я через забор перепрыгну, не смогу. Помахай мне рукой, и я побежал дальше. Мудачок. Туда можно как-то залезть. Да ладно, я могилу увидел чуть. Фу, ты чем швыряешься-то? Да, это был мячик. Хер тебе. Ты меня потерял.